و ويربلي سيبيشنا الله سبحانه وتعالى قولي سوري محمد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Обращаясь к Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, в частности и в совокупности к верующим, Аллах говорит, знай, что нет божества, кроме Аллаха, одного единого, единственного достойного поклонения. И проси прощения за свои грехи. За грехи верующих мужчин и женщин. Аллах знает, где вы передвигаетесь. Аллах знает ваши поступки и ваши грехи, где вы их совершаете. И Аллах знает, где вы будете пребывать. Аллах знает последнее ваше место, пристанище. Я хотел бы, чтобы мы сегодня немного от, а, акцентировали внимание на, 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 на этом аяте. Ради этих слов был послан Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Ради слов «Ля Иляха Илля Аллах». Ради этих слов Всевышний Аллах не спаслал Кур'ан. И ради этого всего Всевышний Аллах показывал верующим множество знамений. Аллах говорит, знай о верующий, знай о Мухаммад. Знание не просто констатация факта, да, я признаю, а это полная убежденность, которая обязательно притворяется в жизни через поступки и деяния. Аллах говорит, знай, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Знай, что нет истинного Бога. Эти слова являются подтверждением или же основой слов шахады, первого столпа ислама. Когда мусульманин говорит, ашхаду аллах, илляха илля я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Отвечая на призыв Всевышнего Аллаха, где Аллах говорит, знай, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Но давайте поразмыслим о том, насколько важными являются значения этих слов или этого предложения, раз ради этого Всевышний Аллах не спасал Кур'ан. Аллах отправлял от Адама до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, всех пророков и посланников только с одной целью, чтобы они донесли до людей смысл этого предложения. Единственность Аллаха, субханаху ата'аля, заключается в божественности, в господстве, в его и прекрасных именах и атрибутах. Когда Всевышний Аллах говорит «Знай», означает размышляй, осознавай. Каждый день мы говорим «Альхамду лиллахи Раббил аэлемин". Хвала Аллаху Господу миров. Хвала Аллаху Господу миров. Указывает на то, что Всевышний Аллах, Субханаху один, единственный в господстве. Это то, что должно вдохновлять верующего – Наполнять его сердце иманом, когда он смотрит на творение небес и земли и видит в нем, видит в них след творения Всевышнего Аллаха Субхану. И поэтому, когда верующий мусульманин говорит, Аманту Билла, Я уверовал в Аллаха, это означает, Я уверовал в Аллаха, как в Единого Господа. Господь или единство Аллаха в Его господстве означает, что Аллах Субханаху Ва сотворив небеса и землю, сотворив нас, моря, океаны, горы, леса, солнце и луну, Ему в этом никто не помогал. Он делал это один. Потому что Он один – и Аллах говорит, «Кульху Аллаху Ахад». Скажи, о Мухаммад, что Аллах один. Слова «Ля Иляха Илля Аллах» означают также, что Всевышний Аллах единственный в божественности. Он единственный в господстве и единственный в божественности. Это означает, что у Аллах вся моя молитва, все мои добрые и благие деяния, которые я совершаю, или мое поклонение, мое повиновение, моя покорность, мое подчинение, лишь одному Творцу, лишь одному Аллаху. И поэтому Аллах Субханаху Ва говорит, салати ва нусуки ва Лиллахи Раббил аламин. Скажу, о Мухаммад, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть, то есть все, что я совершаю из доброго, из благих деяний, вплоть я умираю за это и живу ради этого, ради одного Господа, «Лилляхи Раббе Алями» – Господа, Аллаха, Творца Небес и Земли, или Господа Миров. Это означает, верующий должен всегда понимать и осознавать, что Всевышний Аллах Субханаху один, и наши молитвы, наши дуа, наши зикры, наши намерения, наши посты, наши благие деяния должны совершаться лишь ради Него Одного. И когда мы говорим, что означает «Ля Иляха Иллаллах», мы должны понимать, что это означает что «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Есть иные божества, которых люди обожествили, но они недостойны поклонения. Почему? Потому что они не сотворили небеса и землю, а сами были сотворены. Когда мы говорим «достойного поклонения», означает, это подтверждает наше убеждение, что Он лишь один, Аллах, достоин нашего поклонения Ему. И мы должны осознавать, что Аллах единственный в Своих именах и атрибутах. Аллах Субханаху Вата'аля Себя описал в коране Он Сам. <سؤال> محمد صلى الله عليه وسلم أписال إيوه الدستورني السني إيوه إميناء بكراسني إميناء الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الجبار المؤمن المهيمن إتفشوا إميناء الله سبحانه وتعالى في كل إسمه يوجد معنى милسته ميلوسيرني из которого исходит обязательно качество Всевышнего Аллаха, как милость, милосердие. Аллах говорит, ас аль-басыр, он видящий, слышащий. И отсюда вытекает качество слуха, зрения. Но при одном условии. Эти имена и атрибуты Аллаха, субханаху следует верить, принимать, быть в них убежденными – без искажения. Не искажать их. Не искажать их правильный смысл. Если Аллах сказал в Кур'ане, что у Аллаха есть рука. Например, Аллах говорит Иблису. О Иблис, что помешало тебе поклониться тому, кого я создал своими обеими руками? Мы говорим руки. Такие, как подобают Всевышнему Аллаху. И не похожи на... Руки творений. Ведь Аллах говорит, Ляйся нет подобного Ему. Поэтому верующий осознает, понимает эти имена и атрибуты. Без искажения, без отрицания. Отрицание это куфр. это неверие, без уподобления не позволяется верующему подоблять творение Аллаху и Аллаха творению. Нельзя говорить, Аллах видит, как видит его творение, или Аллах слышит, как слышит его творение. Если Аллах сказал, что Аллах видит, это не означает, что он видит, как его творение. Следует говорить, Аллах видит так, как подобает величию Аллаха. А люди видят так, как подобает людям. И без вопросов, как? Какой он Аллах? Какие у него руки? Как он видит? Какой он сам и тому подобное. И поэтому, когда мы говорим единственность Аллаха, и это включает, в себе, это включает в смысл «Ля Аллах, Мухаммада Расулуллах», когда мы говорим единственность Аллаха в именах и атрибутах, это означает, что верующий верит в имена и атрибуты, которыми Аллах описал себя в Коране и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверной сунне, без искажения, без отрицания, без уподобления и без вопросов как. Как и какой он. Если верующий будет верить таким образом, то он воплотит или притворит должным образом смысл слов «Ля Илляха Илля Аллах». Ведь Аллах говорит «Фа'лям» – «Знай, о человек», «Знай, о Мухаммад», знай, «Знайте, о верующий», что нет божества, кроме Аллаха. Означает, Аллах один в господстве, Аллах один в божественности, и Аллах один в именах и атрибутах. Что нарушает или что уничтожает его веру? Когда Он приравнивает к Аллаху равных. Когда человек говорит нет Господа, нет Творца, это куфр и неверие. Либо Он говорит: есть Аллах, и есть наряду с Аллахом еще Творец, который создал Луну или, э, или Солнце. Это приравнять Аллаху равных в Господстве. Когда человек, мы говорим Аллах единственный в Божественности, это означает, что совершить любое поклонение, любое поклонение, в котором человек приравняет что-либо или кого-либо к Аллаху, Он предаст Аллаху, поставит кого-либо наряду с Аллахом. Когда мы говорим поклонение, многие из нас представляют это намаз. Поклонение – это намаз или просто определенный зикр. Но на самом деле поклонение, слово «поклонение» в шариате, оно более обширное. Поклонение – это все слова, это все дела, явные и тайные, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Если я скажу «Аллаху аквар» – это поклонение – да, это явные слова. Аллах любит и доволен этими словами. Каждый из нас скажет без сомнения, да. Когда человек дает садака, это благое деяние. Да, явное, да. Аллах любит это деяние. Да, любит, значит это поклонение ухаживать за родителями, налить им кофе, чай, помыть им ноги, сделать им массаж. Благое деяние. Аллах доволен этим деянием. Да, значит это поклонение. И поэтому поклонение, все слова и дела явные и тайные, которые любит Аллах и которыми Он доволен. А теперь из тайных деяний... Это деяние сердца. То, что у нас внутри. Если я любого из вас прошу, ты верующий, ты уверовал в Аллаха, он скажет, да. Я же не смогу достать у него это из сердца и посмотреть. Но это у него внутри. Его намерение внутри, страх перед Аллахом внутри, любовь, перед, любовь к Аллаху внутри, упование на Аллаха внутри. Это невозможно потрогать оно может просто проявляться не на делах и поступках. И поэтому даже это тайное поклонение, как упование, надежда, любовь, страх, должно принадлежать только к Аллаху. Например, человек, человека постигла трудность, болезнь, испытание. Он делает дуа просит у Аллаха помощи, защиты и уповает сердцем полностью на Аллаха. Это поклонение? Да, это поклонение. Оно какое? Оно скрытое. Аллах любит это деяние, без сомнения. Значит, это поклонение, человек за это получает награду. А, например, человек одевает на себя амулет, оберег. Это может быть красная нить. Это может быть современные обереги, которые делают. Все что угодно. Может быть подкова. Может быть бусины. Человек вешает это на себя или на свой дом с надеждой, что это защитит его. Что это его защитит. Теперь вопрос. Его надежда, кому принадлежит? На кого направлена? На Аллаха или на этот предмет? направлена на этот предмет. Значит, человек этот предмет поставил наряду с Аллахом, тем самым приравняв к Аллаху равных. И поэтому ношение амулетов, оберегов является приравним к Аллаху равных. Человек приходит, делает дуа, обращается напрямую к Аллаху. Аллах любит это деяние. Да, любит. Значит, это поклонение. Человек приходит, это же самое деяние делает только у могилы, например, могилы пророка Абу-Бакара, Омара, либо шейхов Устазов, и молит их. В надежде, обратите внимание, в надежде, что он сможет им помочь. Если он считает, что... Тот, который лежит в могиле, он сам способен защитить, помочь человеку, то это ширк большой, который человек поставил этого умершего наряду с Аллахом. Если он оправдывается и говорит, нет, Аллах мне помогает просто через него, то это также ширк. Но он немного меньше, малый ширк, но является ширком. И поэтому, когда верующий говорит или убежден и говорит, что Аллах один в божественности, это означает, что все его поклонение, явное или тайное, оно направлено лишь к Аллаху. Вот тогда его ля или Аллах будет настоящим и правильным. Но, к сожалению, мы можем видеть, что человек совершает намаз, пятикратный намаз, делает дуа, зикр, но ты видишь, он носит амулет, он носит оберег, или он обращается к умершим за помощью, к пророкам, к ангелам и тому подобное. А это уничтожает правильный смысл слов «Ля Илляллах». Поэтому Аллах Субханаху Вата'аля говорит Фаалам аннаху ля Илляха Илляллах» И проси прощения у Аллаха за свои грехи, за свои упущения. Каждый из нас грешен. Насколько бы он не спешил и не старался быть идеальным. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, говорит, бани хатта, Все сыны Адама ошибаются. Все они грешат, но лучшие среди них те, которые каются. И поэтому, когда говоришь, ля илляха Аллах», это не просто слова, это, это жизнь, это ради того, то, то, с чем был неспослан Коран и послан Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Это то, на чем держится ислам. Если это единобожие будет утеряно человеком, то утеряна будет Его вера. И поэтому Аллах говорит, знай свою веру. Знай свою религию. Аллах говорит, знай, что Аллах, нет божества, кроме Него. Означает, оберегай, поклоняйся лишь Аллаху и не приравнивай к Нему равных. Ни словом, ни делом, ни поступком, ни в каком-либо виде поклони э, э, единобожия, В единственности э, единобожия, в господстве, или в божественности, или в именах и атрибутах. И при этом проси прощения у Аллаха за свои грехи. Всевышний Аллах, Субхану и в этом аяте научил одной мудрости, которую мы должны всегда помнить и стараться ее не забывать. Аллах не сказал проси грехи только за свои прощения только за свои грехи. Аллах говорит проси прощения за себя, за верующих мужчин и женщин. Без сомнения, истихфар пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи он выше всего. Но это указывает на то, что верующий, делая дуа, прося прощения у Аллаха грехи, прощения за свои грехи, также он должен всегда делать дуа за верующих, за своих братьев и сестер, всех. И говорит, у Аллаха помилуй, «О, Аллах, прости меня! О, Аллах, прости живым мусульманам и умершим, мужчинам и женщинам!» Это укрепляет чувство братства в исламе, это укрепляет чувство единства в исламе, и что он и не воспитывает в человеке единоличество и дуа только за себя. Человек делает дуа, должен в первую очередь делать за себя, а затем делать за всех остальных, и это прекрасно проявляется в этом аяте. Аллах говорит: проси прощения за себя, за верующих мужчин и женщин, и поэтому не забывайте в своих молитвах своих братьев и сестер, просите за них всегда прощение и делайте за них истихва. Аллах говорит, поистине Аллах знает, ваше передвижение, Аллаху я аляму Аллах знает ваше передвижение. Передвижение означает ваши действия, ваши грехи, которые вы совершаете. И ваши праведные деяния Аллах знает. Аллах знает то место, где вы это сделали. Аллах знает то время, когда вы это сделали. И поэтому не думай, что совершив грех, грех уединившись, ты сможешь скрыться. И поэтому самый настоящий, самый настоящий страх перед Аллахом ⁇ это страх в одиночестве, страх наедине, когда человек остается один. Вот там проявляется настоящий страх. И когда его постоянно а, а, к, к нему а, приближаются искушения, а, наущения и тому подобное, проявление страха перед Аллахом выражается настоящий именно там. И Аллах знает ваше а, 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 окончательное, ваше место, пристанище, пристанище. И куда вы попадете? Аллах говорит, Аллах знает уже об этом. И поэтому наша задача как мусульман, как верующих, бояться Аллаха субханахуатаала должным образом, как Аллах говорит об этом в Коране, а также должным образом соблюдать ислам и не нарушать права Всевышнего Аллаха, если мы желаем, чтобы наше пристанище было раем. Этот аят, он как целый институт понимания наших действий, нашего нашей религии и наших поступков. Единобожие или таухид, с которым был послан Мухаммад саллаллаху алейхи он проявляется абсолютно, абсолютно во всем. Это не проявляется только в намазе, когда человек совершает намаз или делают курбан. Не только в этом, а также понимание вопроса предопределения, вопроса предопределения также является таухидом. Иногда человек оставляет ваджиб, боясь, опасаясь, например, смерти увечья и тому подобное. Не осознавая, не понимая, что Аллахом ведь все предначертано. Например, горит дом. И человек знает, что в этом доме есть живые люди, которых нужно спасти. Как вы думаете, как здесь может проявиться таухаид? Как здесь может проявиться ислам? Человек говорит, я зайду в этот дом, я, я а, сам погибну, поэтому пусть они горят. Тем самым я уберегу себя. Другой же говорит, это люди, их нужно спасти. Если я зайду, если Аллах мне предначертал умереть там, значит я умру даже здесь. Значит, мое время пришло. Но у меня есть шанс им помочь. И Он спасает их оттуда. Вот оно правильное понимание вопроса предопределения. А предопределение, оно основа из саухида, из Единобожия. Когда ты веришь, что все, что тебя постигает, оно должно тебя постигнуть, и оно не должно тебя миновать. А все, что тебя обойдет, оно не должно было тебя постигнуть. И поэтому Таухид, Едино Божие, проявляется во всем этом, в искренности, в справедливости, в справедливости к семье, к детям. Поэтому Таухид – это не только намаз, это образ жизни. А кто ограничивает таухид только в какую-то маленькую книжку или в одну главу, он усколобый. Он усколобый. Таухид – это не одна книжечка. Таухид – это не две-три темы. Таухид – это весь ислам и образ жизни, в котором верующий понимает, что он должен для Аллаха и что он получает от Аллаха. А такие вопросы, как предопределение, оно явно, ясно и показывает. Человека постигла бедность. И кто-то жалуется на свою судьбу, что ему тяжело, что ему плохо. Другого постигла бедность. Он говорит, ⁇ Альхамдули аля кулли халь ⁇ Хвала Аллаху в любом положении проявляет терпение и уповает на Аллаха. Другой отчаивается в Аллах, в милости Аллаха. Проявление терпения и надежды, вот он и проявление этого. Потому что он понимает, что его судьба в руках Всевышнего Аллаха. Если он попросит лишь Аллаха, он получит отчаяние в милости Аллаха, жалоба на свою жизнь, это признак низкого понимания ислама и слов таухида ля или Об этой теме можно говорить очень много. Я просто хотел бы, чтобы мы всегда понимали, защищали свой иман от искушений, испытаний, Которые постигают нас каждый день. Я прошу Аллаха, Субханаху таля, та простить нам наши грехи, явные и тайные. Просите прощения у Аллаха, Субханаху тайла, ведь Он прощающий милосерд.